Привет! Добро пожаловать на мой канал! В этом видео хочу вам показать несколько предметов, которые пригодятся вам в хозяйстве и в быту. Первый предмет идет у меня коврик для стиральной машины. Также вы можете использовать его и для ног. Он прорезиновый, очень хорошо моется. И основа резина. У меня крышка, она предназначена вот для микроволновой печи, чтобы накрывать еду, чтобы микроволновка была чистая. Только подбирайте, пожалуйста, по размеру своей микроволновки. Сейчас вам покажу, как это приспособление будет действовать в микроволновке, защищая вашу микроволновку от брызг, от жира. Все, вы накрываете тарелку, включаете микроволновку и все. И ваша, кстати, микроволновка будет чистая. Не нужно ее каждый раз потом мыть от жира, от брызг. Сетка или салфетка, губка или сетка, губка. Как вам будет более удобно. Очень хорошо моет посуду, вот. Не царапает и хорошо отмывает. Дальше хочу показать вам этажерку. Она предназначена для фруктов или для вашего другого применения, как вы хотите. Сюда можно положить фрукты. То есть я положила сюда бананчики. Внизу можно положить другие фрукты, которые у вас есть. И на кухню. Удобно. Можно, кстати, положить печеньки. Можно для другого предназначения, которого вы, опять же повторюсь, вы захотите. Все это идет, кстати говоря, в комплекте идет отвертка. Вот, отвертка идет в комплект. И инструкция, как нужно собирать. Здесь все легко и просто. Можно собрать. Вот. Ничего трудного тут нету. Это салфетка для того, чтобы положить в холодильник, чтобы у вас ничего не скользило, не пачкалось. Очень удобно, кстати говоря. Вот. Такое покрытие. Вот так это будет выглядеть у вас в холодильнике на полке. И вы можете класть продукты, которые вы хотели положить. И вот такое силиконовое покрытие, чтобы не пачкалось, не, допустим, вот, положить на кухонный стол, то есть где у вас вы моете посуду, вот, и положить туда. Я положила, кстати, если вы заметили, вот сюда. Дальше вот такая подставка. Тоже, опять же, можно использовать для канцтоваров, для кисточек, для чего вы хотите. Ничего не падает, вот, дырочки очень маленькие, так что никакой предмет у вас не вывалится. Так, и заказала еще себе чай. У меня уже закончился, поэтому я заказала еще 3 штучки. Они еще запакованные. Вот. Так. Дальше это свечи чайные. Я взяла большую коробку, чтобы надолго хватило. Вот. И
И также я взяла вот такие свечи, они светящиеся. Открываете. И вот так это горит. Ну что, на этом я хочу закончить свое видео. Спасибо всем за просмотр. Спасибо вам всем за комментарии. Про ссылки, возможно. Возможно, я их добавлю. А может и нет. Посмотрим на мое усмотрение. Все. Спасибо всем еще раз. Хорошего вам настроения и улыбайтесь чаще.